сколько можно заработать денег в проекте «Игра» на рекомендации банковских карт. За дебетовые банки платят от 400 до 1700 рублей, за кредитные до 3000 и за кредиты до 4500. Это за одну карту. Один человек может заказать несколько карт. Важно заказывать карты тех банков, которых у вас нет. Все деньги, которые банк за клиента выплачивает платформе, они идут в сеть и 100% выплачиваются по маркетингу. С первой линии мы получаем 20, 30 или 40%, со второй по пятую по 10, и с шестой линии до бесконечности от 4 до 20%. Сразу мы получаем 20% за личные продажи. Например, человек взял карту, за нее банк выплатил 1700 рублей, 340 рублей мы получили сразу. 30% за личные продажи мы получаем тогда, когда у нас 3 личника заказали себе карты, и у них по 2 личника заказали карты. В этот момент нам также открывается доход со всех 5 линий. Мы начинаем получать по 10%. Потому что когда у нас только 2 личника взяли карты, то у нас доход есть с первой и со второй линии. И нужно, чтобы быстрее 3 личных партнера заказали себе по карте, и под ними по 2 человека заказали по карте. Тогда мы со всех 5 линий начинаем получать доход без каких-либо условий. Никаких обязательных личных закупок нет. 40% за личные продажи мы получаем тогда, когда у нас со второй по пятую линию накопился доход и составил 50 тысяч рублей. То есть мы заработали 50 тысяч рублей, и в этот момент мы начинаем с личных продаж получать уже 40%. И у нас открывается доход с шестой линии и до бесконечности. С шестой линии и до бесконечности мы получаем от 4 до 20% в зависимости от того, сколько мы заработали со второй по пятую линию. Начисления в кабинете мы видим у себя ежедневно. Очень важно строить широкую первую линию для того, чтобы доход со второй по пятую рос и был вот таким большим, чтобы мы с глубины с шестой линии получали больше процентов. И с шестой линии и до бесконечности есть межуровневая разница. Мы, например, на 16%, наш партнер на 8%, мы получаем 8%. А с первой, второй, третьей, четвертой, пятой линии мы всегда получаем уже 40, 10, 10, 10 и 10%. Очень важно строить широкую первую линию. Например, 100 человек, у вас пригласили по 100 человек. И за одну карту банк в среднем платит 1000 рублей. Выплатил 100 рублей. В сумме это получится 1 миллион рублей вы заработали на бесплатном продукте. Как раньше была пенсионная реформа, и многие заработали много денег, но там было одноразово. Здесь цель такая – создать большую сеть на переписи населения и потом через данную платформу, через данную сеть запускать качественные продукты. То есть мы сеть строим один раз, а зарабатываем годами. Поэтому задача – стройте широкую первую линию, минимум 100 рабочих человек. И чтобы у вас партнеры тоже в первую линию ставили 100 рабочих человек. И шла такая дубликация. Работайте над шириной. Желаю вам больших доходов. Давайте поработаем и заработаем хорошие деньги.